Восточный гороскоп на 2024 год. 2024 год – это год зеленого дракона, стихии года дерева. Это священное животное наделило своих подопечных лучшими качествами, умением разбираться в людях, чувствовать интонации, отношения, то, что скрыто между строк. Астрологический прогноз для крыс на 2024 год. Новый 2024 год – по китайскому календарю, пройдет под покровительством одного из самых импульсивных и непредсказуемых мифических существ. Дракон – властный и опасный, поэтому период обещает быть насыщенным интересными и яркими событиями. Китайцы считают, что кроме многочисленных обновлений, хозяин года принесет также благополучие и удачу. Чего стоит опасаться? Решений, принятых на скорую руку. Конфликтов с родными – отношения могут испортиться на долгие годы. Финансовых потерь из-за мошенников. Эмоциональной нестабильности. Смены профессиональной деятельности. Различных ситуаций, испытывающих на прочность. Люди-крысы по восточному гороскопу всегда умеют находить выход из любой, даже очень сложной, ситуации. Поэтому неприятности смогут обратить в свою пользу. А хозяин года им в этом обязательно поможет. Увольнение с работы обернется устройством на другую, более денежную и интересную. Любая вынужденная командировка превратится в интересное путешествие. Прогноз на 2024 год для мужчины. Крысам-мужчинам следует приготовиться к быстрому принятию решений. Гороскоп говорит, что складывающиеся обстоятельства не позволят долго анализировать ситуацию. Поэтому не исключены сожаления о содеянном. Но любая беда обернется в пользу. Особую опасность будут представлять завистники, которым не дают покоя успехи на профессиональном поприще. Возможно, потеря работы в результате их интриг и сплетен. Мужчины, рожденные в год крысы, в 2024 году ощутят необходимость в самореализации. Этот период идеально подойдет для обучения новым навыкам или смены сферы деятельности. Но для достижения успеха потребуется запастись терпением. Звезды не советуют бросаться в новые предложения, сломя голову. Особенно это касается сомнительных авантюр. Такие решения могут стать причиной серьезных финансовых потерь. Позитивный астрологический прогноз на 2024 год в любовной сфере. Дракон – чувственное существо, поэтому период его властвования будет наполнен романтикой и эмоциями. Много встреч, знакомств и страсти. Одинокие холостяки могут найти настоящую любовь. Прогноз для женщин на 2024 год. Гороскоп для женщин-крыс обещает интересные события и достижения. Особенно это касается профессиональной деятельности. Возможно, открытие своего дела. Дракон благоволит настойчивым людям, которые занимаются творчеством. Поэтому любые начинания – можно смело запланировать на начало года. Женщинам-руководителям будет сопутствовать удача. Они смогут легко наладить работу коллектива для достижения поставленных задач. Поможет им в этом природная харизма и умение красноречиво излагать свои мысли. Первые несколько месяцев года лучше посвятить саморазвитию, например, записаться на тренинг или мастер-класс, который откроет секреты успешных руководителей более высокого ранга. На любовном фронте много изменений будет в конце года. Семейных дам ждет обострение накопившегося напряжения с супругом. Конфликты могут стать причиной разрыва или, напротив, после кризиса отношения только укрепятся. Звезды советуют не допускать эмоционального выгорания и чаще отдыхать. Любовный прогноз. 2024 год пройдет под эгидой одного из самых страстных существ китайского гороскопа. Поэтому обещает быть чувственным и насыщенным различными событиями в любовной сфере. Представители знака, у которых уже есть семья, могут столкнуться со сложностями и недопониманием со второй половинкой. Все налаживаться начнет только ближе к концу года, когда влияние дракона начнет ослабевать. Причиной разочарований для свободных крыс могут стать многочисленные знакомства и свидания, большинство из которых ни к чему серьезному не приведут.
Поэтому звезды не рекомендуют изначально строить иллюзий и трезво оценивать каждого партнера. Не стоит играть с чужими чувствами, не нужно давать ложных надежд или обманывать. Предательство дракон не прощает и может наказать за это. Благоприятен период для заключения брака. Китайцы считают, что такой союз принесет благосостояние, мифическое существо одарит его счастьем. Финансовый прогноз. Внезапное увеличение дохода в 2024 году ждет только тех представителей знака, которые решатся на серьезные перемены и работу над собой. Дракон будет благоволить настойчивым людям, целеустремленным и вкладывающимся в себя свое образование. Период будет наполнен различными авантюрами, но они не принесут ожидаемый доход, а лишь разочарование. Даже если знакомые предлагают верную схему, желательно обходить ее стороной. Вместо поиска мгновенной выгоды, лучше задуматься над увеличением финансовой грамотности, если есть кредиты или долги. 2024 год – это идеальный период для улучшения своего благосостояния. Но для этого придется много работать и учиться, чтобы тяжелые времена остались в далеком прошлом. Не исключен выигрыш в лотерею, но все ставить на спонтанную прибыль не следует. Карьера в 2024 году. Для карьерного роста стоит задуматься об обучении или курсах повышения квалификации. Особенно это касается тех, кто долго занимает одну и ту же должность и чувствует себя недооцененными. Укрепить авторитет и повысить свою значимость для руководства помогут тренинги. Стоит проявить решимость и заявить о себе, когда будет уверенность в том, что навыков и знаний точно хватит, чтобы справиться с новой должностью. В начале лета для некоторых наступит тяжелый период. Возможно, сокращение или увольнение. Стоит расценивать это событие лишь как трамплин для взлета и возможность сменить сферу, попробовать свои силы в чем-то новом. Если есть хобби или подработка, можно смело пробовать себя реализовать в этом. Здоровье. Астрологический гороскоп на 2024 год обещает крысам крепкое здоровье. Мощный эмоциональный подъем представители знака могут ощутить в начале весны. С его помощью можно решить множество задач. Поток, направленный в мирное русло, позволит добиваться поставленных целей, но при этом может ударить по организму, если допускать постоянные перегрузки. Несмотря на ощущение наполненности энергией, нужно регулярно проходить обследование и не предотвращать обострение хронических заболеваний. Предостерегают звезды в 2024 году любителей заниматься экстремальными видами спорта. Возможны серьезные травмы, переломы. Для некоторых это станет тем самым знаком для смены деятельности. В год дракона, когда одна дверь закрывается, обязательно откроется другая. Главное во всем происходящем увидеть те самые возможности двигаться дальше. Астрологический прогноз быка на 2024 год. Астрологический гороскоп на 2024 год сулит много интересного. Это время принятия серьезных решений. Плутон станет причиной необратимых потрясений, поэтому под влиянием эмоций придется изменить жизненный курс. То, что покажется разрушительным, может пойти на пользу и благотворно сказаться на качестве жизни в целом. Согласно прогнозу, в этот период нужно остерегаться следующего. Беспокойство и тревоги. Чрезмерной властности. Саморазрушение. Близких отношений с малознакомыми людьми. Импульсивных решений. Больших нагрузок. В начале года будет период торможения начатых проектов, но такой застой продлится недолго. Нужно расценивать его как передышку перед длительным забегом. Потребуется немало сил и времени на достижение успеха. Но 2024 год не обманет и обязательно позволит добиться поставленных целей. Трудолюбие и усердие для этого хватит с лихвой на весь предстоящий год. Представители земного знака очень практичные и приземленные. Их романтичными обещаниями и мечтами не увлечь. Но это и дополнительный плюс, ведь они всегда думают о хлебе на сегодня, а не о высоких материях, значит, с ними надежно и безопасно. Гороскоп для мужчины.
Гороскоп для быков мужчин говорит, что 2024 год будет тревожным и наполненным трудностями. Подводные камни удастся обойти, если больше времени уделять изучению вопроса, прежде чем вкладывать средства. Один из ключевых приоритетов будет профессиональная сфера. Для достижения успехов потребуется вложить достаточно сил, а иногда и собственных средств. Начинать новые проекты можно только будучи уверенным, что есть шансы, действовать на авось звезды не рекомендуют. В начале года мужчинам будет немного сложно. Но несмотря на медленное начало, год принесет изменения в самых разных сферах жизни. Весной ожидаются перемены на любовном фронте, ведь одиноких холостяков ждут романтические свидания и приятные знакомства. Семейные люди смогут вырваться на несколько дней, чтобы освежить чувства. Летний период будет хорошим временем для встреч с друзьями и новых полезных знакомств. Осенью лучше немного замедлиться и сосредоточиться на поставленных задачах. Они потребуют внимания и сил. Зима будет идеальным временем для расслабления тела и разума. Гороскоп для женщины. Женщины, рожденные в год быка по восточному гороскопу, найдут в 2024 году нужное количество энергии для осуществления задуманного. Им не помешает природная застенчивость и консервативный характер. Потенциала хватит и на семью, и на реализацию в карьере. Звезды говорят, что в какой-то момент ей потребуется взять на себя ответственность за обеспечение семьи. Благодаря своему трудоголизму и позитивному настрою она быстро добьется успехов в любой отрасли. Гороскоп для быков женщин в целом позитивный. В начале года будет время для встреч с друзьями и многочисленных праздничных мероприятиях. Всегда следует помнить, что они не только заряжают силами и вдохновением, но и могут отнимать много ресурсов, которые могли бы быть использованы более рационально. Во всем важна золотая середина, важно найти баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью, чтобы не было перевеса в одну или другую сторону. Повышенная нагрузка на организм приведет к обострению хронических заболеваний. Поэтому звезды рекомендуют посвятить время профилактическому осмотру и пройти вовремя врачей. Прогноз на любовном фронте. В 2024 году в любовной сфере ожидаются изменения, но преимущественно в положительную сферу. Серьезные сдвиги могут коснуться и статуса в браке, если над отношениями не работать и не уделять время второй половинке. Звезды рекомендуют при неизбежности разрыва воспринимать такие перемены как благо. Особенно если семейная жизнь себя изжила, и супруги были больше похожи на соседей. Надо дать себе время пережить негативные эмоции и двигаться навстречу новой любви. Начало года пройдет спокойно, но уже ближе к весне изменения коснутся всех. Одиноким людям предстоит череда романтических встреч и свиданий. Если человек уже в отношениях, то все может перейти на более серьезную фазу. Но необходимо уделять время своей второй половинке, приглашать на встречи, делать сюрпризы, иначе пламя страсти быстро утихнет. Денежный прогноз. Астрологический прогноз на 2024 год сулит изменения и в денежной сфере. Много новых проектов и трудолюбие приведут к увеличению дохода. В начале года может потребоваться рискнуть, перемены в этот год неизбежны. Но если не довериться своей интуиции, то финансовая сфера может напротив просесть и не будет хватать даже на необходимое. Консерватизм может не позволить увидеть новые возможности и перспективы и стать серьезной преградой. А страх жизненных перестановок станет причиной отказа от позитивных перемен на профессиональном фронте. Для достижения успеха недостаточно будет просто плыть по течению, необходимо будет найти новое занятие и способы получения дохода. Карьера в 2024 году. Восточный гороскоп для быка на 2024 год сулит перемены в профессиональной сфере. Трудоголизм приведет к карьерному росту и позитивным изменениям. Из-за переменчивости периода смена занятия может быть кардинальной. Поэтому стоит приготовиться в конце лета к переезду или смене локации. Если в планах есть начать свой бизнес,
то это лучшее время для открытия. Достаточное количество энергии и потенциал позволят добиваться поставленных целей и легко решать возникающие задачи. Поэтому не стоит бояться трудностей, которые всегда сопровождают новые начинания. Звезды предостерегают от возможного обмана и авантюр, поэтому не надо соглашаться участвовать в сомнительных мероприятиях, вкладывать деньги в мошеннические схемы. Лучше внимательно анализировать все поступающие предложения и не гнаться за легкими заработками. Здоровье в 2024 году. Быки отличаются хорошим здоровьем, и 2024 год их не подведет. Насыщенная бурная светская жизнь потребует много сил, поэтому некоторые хронические заболевания могут стать причиной для беспокойства. Планеты советуют регулярно проходить профилактические мероприятия и не запускать возникающие проблемы. Даже если это очередная простуда, надо дать себе время на простую передышку. Ежедневная усталость имеет свойство накапливаться, поэтому лучше давать себе время на размеренный отдых, посещение курса массажа. Также не стоит забывать о контроле веса. Сбрасывать набранные килограммы после долгой зимы будет тяжело. Не стоит злоупотреблять сладостями. Лучше записаться в бассейн. Плавание позволит поддерживать хорошую форму и не считать калории. Астрологический прогноз для тигров на 2024 год. На 2024 год тиграм гороскоп приготовил ряд трудностей и проверок на прочность. Они будут лишь небольшим препятствием на пути к успеху. Если сосредоточиться не на проблемах, а на возможностях, которые они открывают, можно сделать хороший прыжок в карьере или увеличить свой доход. Дракон умеет все умножать, и даже простая подработка может стать источником стабильного дохода. Несколько советов на 2024 год. Принимать решения смело, без долгих раздумий. Заняться искоренением вредных привычек. Не сплетничать о близких, коллегах и друзьях. Не вкладывать деньги в сомнительные мероприятия. Контролировать нагрузку, не забывать отдыхать. Год дракона по восточному календарю отлично подойдет для смены профессиональной деятельности. Если ранее были сомнения, то уже в первые два месяца стоит присмотреть подходящие курсы, чтобы получить необходимые навыки. Желающим открыть собственный бизнес, огнедышащий ящер тоже дает зеленый свет. Сомнение или промедление в принятии решения может стать причиной апатии. Прогноз для мужчин. Для тигров мужчин 2024 год обещает быть насыщенным на события, но гороскоп не гарантирует, что все они будут позитивные. Дракон не только одаривает, но и может разрушать все дотла. Поэтому не нужно бояться начать все заново, будь это работа или личная жизнь. Первая половина года будет максимально загруженной и продуктивной. Стоит посвятить ее работе и самообразованию. А вот в начале осени лучше замедлиться и немного отдохнуть. В противном случае перегрузки могут негативно сказаться на здоровье. Астрологический прогноз на 2024 год обещает ряд неожиданных открытий. Это могут быть новые профессиональные навыки или подработки, которые станут основной работой и источником дохода. Остерегаться нужно невнимательности и самонадеянности. Перед тем, как решаться на любые кардинальные изменения, лучше все просчитать. Например, перед тем, как уволиться, лучше убедиться, что дополнительного дохода хватит на жизнь. В личной жизни астрологический гороскоп на 2024 год тоже позитивный. Одиноким мужчинам стоит приготовиться к многочисленным знакомствам и интересным встречам. Но найти среди обрушившегося разнообразия настоящую любовь будет крайне сложно. Прогноз для женщин. Женщинам-тиграм гороскоп станет своеобразным предостережением. Возможны проблемы с партнером из-за эгоизма и невнимательности. Много сил и эмоциональный подъем в начале года дадут нужный заряд на решение поставленных задач. Но если направить их только в профессиональную сферу, можно упустить из виду отношения. 2024 год может стать периодом как их укрепления, так и полного разрушения. Во второй половине года
лучше больше времени посвятить близким. Немного замедлиться и взять отпуск. Можно запланировать совместный досуг со второй половинкой, обновить жилье или даже переехать на время в деревню. Такая передышка станет новым толчком и вдохновит на творчество. В конце года женщинам стоит больше налаживать дружеские связи с коллегами и не конфликтовать с коллективом в целом. Это может помочь в продвижении по карьерной лестнице в будущем. Нужно только дождаться подходящей возможности проявить себя перед руководством. Она обязательно будет. Любовная сфера. 2024 год будет настоящим водоворотом эмоций и романтики. Тигр сам по себе чувственный и любвеобильный, а усилит эти качества импульсивный дракон. Отношения будут начинаться стремительно, также быстро развиваться и заканчиваться. Встретится немало случайных людей, а некоторые знакомства станут поводом для разочарований и депрессии. Поэтому любовный гороскоп рекомендует в 2024 году не зацикливаться и быстро никому не привязываться. Счастье сулит дракон тем, кто решит в этот период узаконить свои отношения. Китайцы верят, что это мифическое существо подарит возлюбленным деньги и благосостояние. Предложение руки и сердца рекомендуется запланировать на первую половину года. Семейных тоже ждут сюрпризы, ведь огнедышащее существо может как укрепить их союз, так и разрушить отношения. Поэтому не стоит пренебрежительно относиться к недомолвкам, небольшим конфликтам и отсутствию теплоты. Надо больше внимания уделять партнеру, дарить небольшие подарки, интересоваться проблемами, говорить по душам. Денежный прогноз. Финансовый прогноз на 2024 год неоднозначный, так как он напрямую связан с работой. Чтобы увеличить денежный поток и стабилизировать ситуацию, потребуется много вкладывать в свое дело и заниматься саморазвитием. А вот сомнительные мероприятия и непроверенные схемы лучше обходить стороной. Они приведут к долгам, из которых придется выбираться еще несколько лет. Стоит пробовать свои силы в разных направлениях, так как высока вероятность, что одно из них станет источником хорошего дохода. В конце лета возможен возврат долга или неожиданная премия. А также выигрыш в лотерею или дивиденды от вкладов. Пополнение бюджета будет разовым, но очень своевременным. Благоприятным 2024 год станет для обучения, получения высшего образования, переквалификации. Вложенные силы с лихвой окупятся уже в течение года. Надо для начала прислушаться к себе и почувствовать, к чему лежит душа. Даже если профессия кажется несерьезной или неперспективной, в год дракона она может стать источником хорошего дохода. Карьера. Восточный гороскоп для тигра на 2024 год обещает хорошее продвижение по карьерной лестнице. Но для этого потребуется приложить немало усилий и потратить много времени. Не стоит рассчитывать на впечатляющие результаты в краткосрочной перспективе. Возможно, придется пройти курсы или повысить квалификацию, чтобы в полной мере справляться с новыми обязанностями. Звезды советуют не бояться крутых перемен в 2024 году, особенно в профессиональной сфере. Любые изменения пойдут на пользу и сулят благополучие. Для тигров, которые долго не решались на увольнение, они будут просто необходимыми, чтобы выбраться из рутины и двигаться дальше. Здоровье. Тяжелые заболевания в 2024 году обойдут стороной всех, кто родился в год тигра по китайскому календарю. Возможно, незначительные бытовые или рабочие травмы, но не стоит относиться к ним пренебрежительно, даже незначительный порез следует сразу обработать. В год огнедышащего существа потребуется максимально тщательно контролировать свои эмоции, чтобы не допустить нервных срывов. Полезными будут любые манипуляции с телом, будь это массажи, обертывания и прогревания. Вторую половину лета лучше посвятить общему укреплению иммунитета. Сбалансированная диета, профилактика обострения хронических патологий и более внимательное отношение к здоровью станут дополнительным плюсом и помогут избежать серьезных проблем в зимний период. Астрологический прогноз для кролика на 2024 год.
Гороскоп для кроликов предсказывает возможные трансформации в их жизни, которые принесут кардинальные перемены в любой из сфер. Чаще это будут положительные изменения, но чтобы избежать неприятных последствий, стоит грамотно оценивать свои силы и тщательно обдумывать каждое решение. Запаситесь терпением, смотрите на все неприятные ситуации с улыбкой, делая выводы. Не стоит усердно отстаивать свою точку зрения, особенно на работе. Попытки доказать свою правоту могут обернуться против вас и не принести желаемого результата. Чтобы выйти победителем из спора, старайтесь быть уважительным по отношению к противоположной стороне и объясняйте свои доводы разумно, лаконично, подкрепляя фактами. У одиноких кроликов в этом году есть все шансы устроить личную жизнь. Многие захотят узаконить свой союз. Также могут восстановиться дружеские отношения. Гороскоп для мужчины. Гороскоп для кроликов мужчин на 2024 год советует им идти к своим целям, невзирая на обстоятельства. Чтобы создать что-то новое, придется разрушить старое. Поэтому будьте готовы попрощаться с тем, что больше не приносит вдохновения и радости. Будь то отношения, профессиональная деятельность или другая сфера. Наступает период размышлений, составления плана, пошаговых действий для достижения намеченных целей, занятия собственной позиции в обществе. Перед тем, как начинать новое дело, продумайте все возможные исходы и риски. Не ввязывайтесь в авантюры разного рода, откажитесь от любых спекулятивных действий. В некоторых ситуациях придется проявить мужество и силу воли. Отличное время для развития творческих способностей. Постарайтесь раскрыть свой потенциал, преодолевая возникающие трудности. Идите к успеху в собственном ритме. Тогда сможете рассчитывать на поддержку звезд. Прогноз для женщины. Гороскоп для кроликов женщин говорит о том, что в этом году произойдет нечто значимое в их жизни. Это может касаться любой из жизненных сфер. Для вас откроются многие пути, не упустите свой шанс улучшить жизнь. Смело выходите из зоны комфорта, будьте заметны в обществе. Наступает прекрасный период для занятия своим любимым делом. Раскрывайте творческий потенциал и наслаждайтесь результатами. Астрологический гороскоп сулит стабильность в финансовой сфере, возможен стремительный подъем по карьерной лестнице. Используйте свободное время продуктивно, но не забывайте об отдыхе. Это поможет вам избежать выгорания. Все знакомства, завязавшиеся в этот период, будут удачными. К вам будут тянуться искренние и честные люди. Возможно установление полезных рабочих контактов и новых дружеских отношений. Семья будет радовать вас. Время, проведенное с близкими людьми, наполнит вас положительными эмоциями. Поэтому почаще встречайтесь с родными и лучшими друзьями, которые верят в вас и могут поддержать в трудную минуту. Любовная сфера в 2024 году. Астрологический прогноз предвещает наступление успешного периода в любовной сфере. Свободные представители знака могут обзавестись крепкими и надежными отношениями с человеком со схожими интересами. Поэтому будьте открыты к новым знакомствам, не закрывайтесь и не замыкайтесь в себе. Семейным парам удастся сделать свой союз более стабильным и доверительным, возродить романтику, если она начала угасать. Звезды советуют быть более уступчивым, слушать и слышать свою половинку, не забывать о родственных связях. Почаще говорите слова поддержки своим родным, будьте доброжелательны. Этот год поможет восстановить и установить новые дружеские отношения. Если вы находитесь в ссоре с одним из друзей, вспомните приятные былые совместные моменты и пойдите на примирение. Обговорите все непонятые моменты. В большинстве случаев окажется, что продолжению дружбы мешали лишь несерьезные, невысказанные обиды. Денежный прогноз. Восточный гороскоп на 2024 год говорит о том, что коты смогут добиться успеха в финансовой сфере, если будут уступать окружающим в некоторых вопросах и идти на компромисс. Звезды советуют отказаться от упрямства, приходить на помощь, когда их об этом просят. Однако давать в долг деньги не стоит. Лучше отложите часть накоплений в целях дальнейшего инвестирования. В этом году
у вас будет шанс выйти победителем из неприятной ситуации. Главное, будьте честны перед собой и окружающими. Не нужно идти по головам ради достижения целей. Лучше составьте пошаговый план и размеренно следуйте ему. Если к вам будут поступать деловые предложения в это время, соглашайтесь, но ваше решение должно быть взвешенным и хорошо обдуманным. Дракон оценит тех людей, которые грамотно распоряжаются своими доходами, не подвержены импульсивным покупкам и стараются сберечь, приумножить свои финансы. Откажитесь от азартных игр, рискованных вложений и займов. Карьера в 2024 году. Гороскоп для кота предвещает успех в карьере. В этот период вы сможете значительно продвинуться по службе, благодаря своему трудолюбию и упорству. Наступает отличное время для улучшения своих способностей и умений, повышения квалификации. Руководство оценит ваши старания, возможно, получение премий, что положительно скажется на вашей финансовой сфере. Астрологи советуют обратить внимание на свои увлечения, многие из которых можно монетизировать. Также в этом году будет успешная смена деятельности. Но перед такими кардинальными изменениями в своей жизни стоит хорошо подумать и взвесить все за и против. Не будете ли вы жалеть в дальнейшем? Возможно, улучшение рабочих отношений с коллегами и руководством, установление новых полезных связей и знакомств. Летом можно отправиться в командировку. Окружающие будут вас воспринимать как прекрасного специалиста. Не будьте застенчивы и слишком скромны. Смело вступайте в диалоги и дискуссии на интересующую вас тему. Здоровье в 2024 году. Восточный гороскоп сулит кроликам выздоровление, улучшение состояния при наличии хронических недомоганий. В наступающем периоде серьезных неприятностей не предвидится. Однако, если вы не будете следить за своим ментальным и физическим здоровьем, будете избегать полноценного отдыха, могут возникать головные боли, бессонница и апатия. При появлении таких симптомов стоит устроить себе выходной, а лучше отпуск с приятными впечатлениями. Почаще устраивайте встречи с близкими людьми, прогулки на свежем воздухе, занимайтесь любимым делом. Для успокоения мыслей стоит бывать возле водоемов, заниматься плаванием, купив абонемент в бассейн. Также для этого отлично подходят йога и дыхательные практики. Звезды советуют следить за своим питанием, избегать переедания. Пересмотрите свой рацион, ешьте больше зелени и овощей, готовьте нежирные блюда. Обратите должное внимание на питьевой режим, пейте побольше чистой воды. Астрологический прогноз для драконов на 2024 год. Гороскоп для дракона на 2024 год в целом оптимистичный. Мифическое животное по китайскому календарю будет зеленым и деревянным, что символизирует гармонию и стабильность. Поэтому любые изменения будут позитивными и принесут долгожданные обновления в жизни. Китайцы считают этот период благополучным, а самого хозяина года – существом, приносящим деньги и удачу. Согласно астрологическому прогнозу, от 2024 года следует ожидать следующего. Ярких событий. Ведь дракон приносит с собой атмосферу праздника и позитивных изменений. Путешествий. Особенно во второй половине года ожидаются приключения и поездки в новые места. Новых знакомств. Коммуникабельность и открытость представителей знака этому будет только способствовать. В первой половине года звезды советуют активно налаживать деловые связи. Смена деятельности. Мифическое животное обещает обновления, но не всегда они будут приятными. Возможно, потребуется уйти из профессии и начать все с нуля. На 2024 год можно смело планировать открытие бизнеса или обучение. Звезды благоволят в этот период всем новым начинаниям. Прогноз на 2024 для мужчины. Драконам-мужчинам, заглянувшим в гороскоп, стоит приготовиться к небольшим испытаниям. Хозяин 2024 года будет проверять сильный пол на прочность, предлагая различные испытания. Если проявить характер и не сдаваться с первыми трудностями, то в конце года ожидается награда в виде приятных бонусов.
Это может быть повышение или увеличение дохода, даже от небольшой подработки. Астрологический гороскоп рекомендует в 2024 году быть осторожнее и не вкладываться в сомнительные схемы. Обилие мошеннических схем будет расширяться, аферы с каждым разом становиться все более изощренными. Поэтому нужно проверять информацию и не доверять свои деньги сомнительным личностям. На любовном фронте изменения ждут только холостяков. Даже у закоренелых одиночек возможны интересные знакомства. Женатым мужчинам стоит попробовать добавить в отношения больше страсти. И 2024 отлично для этого подойдет. Несмотря на стабильность и гармонию, в середине года могут обостриться проблемы и возникнуть недопонимания из-за скуки и однообразия. Что ждет женщин? Для драконов женщин гороскоп сулит серьезное изменение на личном фронте. Долго назревавшие перемены наконец произойдут. Одиноким дамам посчастливится встретить достойного мужчину. Находящиеся уже в отношениях могут получить предложение руки и сердца. Замужним женщинам звезды советуют уделять больше времени семье и своей второй половинке. Высока вероятность охлаждения чувств из-за длительного игнорирования потребностей мужчины. В денежном плане 2024 год будет успешным. Возможна смена деятельности или появление нескольких вариантов подработки. Если в планах было открытие своего дела, то можно смело начинать. Упорство и развитая интуиция, которой обладают все женщины-драконы по китайскому календарю, быстро приведут к успеху. Любовный прогноз. Дракон – страстное существо, поэтому и период, над которым он установил свою власть, будет наполнен чувствами. Романтики особенно много будет в первой половине года, когда в воздухе запахнет весной. Вероятность появления любовной связи в этот период высока даже у тех, кто не планировал знакомства и отношения. Но не все из них приведут к браку, некоторые будут просто яркими вспышками в жизни. У семейных пар все будет стабильно и гармонично, но именно такое положение вещей для многих станет тягостным. Чтобы никто не искал адреналина и новых ощущений на стороне, звезды советуют иногда привносить в отношения огонь страсти. Звезды этому будут всячески способствовать, главное видеть периодически возникающие возможности и не упускать их. Денежный прогноз. Согласно восточному гороскопу, период дракона обещает быть благоприятным для любых начинаний в бизнесе. Ведь это мифическое существо приносит удачу и богатство. Поэтому не нужно бояться пробовать свои силы в новом направлении, брать подработки или менять надоевшую работу. Но для увеличения финансового потока рекомендуется пользоваться только проверенными временем инструментами и не доверять сомнительным схемам, не гнаться за быстрыми заработками. Инвестиции могут дать хороший результат, но только при грамотном подходе в этом вопросе. Вложения в молодые компании или специфические стартапы могут не окупиться или даже привести к потерям. Поэтому стоит уделить время изучению рынка и не пользоваться советами малознакомых людей. Деньги в 2024 году будут приходить легко и также просто уходить, если неправильно ими распорядиться. Карьера. 2024 год отлично подходит для перехода в другую сферу. Дракон благоволит новым начинаниям и сулит хороший карьерный рост, особенно счастливчикам, родившимся под его покровительством. Первую половину года лучше посвятить освоению новым навыкам или поискать подработку, которая сможет легко перерасти в полноценную деятельность или свое дело. Несмотря на то, что период благоприятный для профессионального роста и увеличения дохода, не стоит забывать о его противоречивости. Только талант и усердие помогут добиться успеха, а не просто удача. Нельзя рассчитывать на то, что начальство само заметит, по достоинству оценит и предложит более подходящую должность. Покровитель года будет помогать инициативным и упорным людям. Здоровье. Астрологический гороскоп на 2024 год предупреждает, что следует быть осторожнее с физическими нагрузками. Чрезмерный прилив сил, который будет ощущаться в этот период, вдохновит активно заняться спортом и тратить много энергии.
но это может быстро привести к моральному и физическому истощению. Лучше использовать период для постепенного внедрения полезных привычек. Зеленая природа хозяина года будет способствовать развитию новых навыков и привычек, а дерево закрепит их на долгие годы. Если хочется бросить курить или есть фастфуд, то 2024 год идеально для этого подойдет. В начале осени возможно обострение хронических патологий. Рекомендуется уже в конце лета начать проходить планово врачей, чтобы не допустить усугубления ситуации. Также стоит строго следовать советам и выполнять все рекомендованные профилактические мероприятия. Категорически запрещено заниматься самодиагностикой и самолечением. Астрологический прогноз для Змеи на 2024 год. Восточный гороскоп предсказывает Змеям наступление периода, богатого на события разного рода. Представительницы прекрасного пола, которые ждали предложения руки и сердца от своей половинки, наконец получат его. У одиноких Змей появится возможность познакомиться с человеком, с которым удастся выстроить гармоничные и доверительные любовные отношения. Что касается финансовой сферы, год дракона обещает быть прибыльным. Главное – быть профессионалом своего дела и не сорить денежными средствами. С людьми, которые будут приходить в вашу жизнь, следует быть более осмотрительными, некоторые из них могут негативно повлиять на вашу карьеру. Возможно появление завистников. Чтобы стойко перенести все трудности, вам потребуется мудрый подход к жизни и к каждой возникающей ситуации. Если вы задумали начать новое дело, не переживайте, у вас все получится. Проект будет прибыльным. Прогноз для мужчины. По гороскопу 2024 год для змей-мужчин будет наполнен грандиозными свершениями при условии четкого следования намеченному плану. Перед осуществлением желаемого следует тщательно продумывать каждый свой шаг, используя логику, смекалку и интуицию. Звезды обещают представителям авторитетное положение и успех. Летом возможно увеличение рабочих обязанностей и получение премий. Будьте сдержанны, особенно по отношению к тем, кому вы не испытываете симпатии. Не стоит сгоряча разрывать устоявшиеся связи, они могут пригодиться вам в будущем. Однако новые рабочие знакомства нужно устанавливать осторожно. В любви ожидается долгожданное улучшение. Это касается и одиноких мужчин, и тех, кого связывают семейные узы. Если вы задумали узаконивание отношений, астрологи советуют не затягивать. Почаще устраивайте романтические свидания и сюрпризы для своей дамы сердца. Прогноз для женщины-змеи. На 2024 год гороскоп предсказывает признание заслуг в карьерном плане. Благодаря этому появится возможность стремительно продвинуться по служебной лестнице. Нужные и выгодные контакты будут устанавливаться сами собой. Главное – быть более терпимыми и уступчивыми. Почаще прислушиваться к своему внутреннему голосу. Не бойтесь уходить от прошлого и оставлять изжившие себя отношения любого характера. Ведь чтобы построить что-то новое, нужно избавиться от старого. Астрологи советуют заняться развитием своих творческих способностей и освоением новых навыков в этом году. Некоторые из них смогут привести вас к решению кардинально изменить жизнь. Дерзайте, но перед этим взвесьте все минусы и плюсы, чтобы избежать возможных рисков. В любви у женщин, рожденных в год змеи по китайскому календарю, будет все спокойно и гармонично. Ожидается улучшение дружеских отношений. Не забывайте о своих близких, не уходите с головой в работу. Не скупитесь на похвалу и комплименты. Любовь и отношения. Астрологический прогноз на 2024 год обещает змеям успешный период в любовной сфере, но не исключены ссоры и недомолвки со второй половинкой. Звезды советуют не копить обиды и ценить человека, который находится рядом с вами. Новое знакомство может перерасти в серьезные романтические отношения. Пары, которые задумывались над узакониванием своего союза, наконец созреют. У супругов, состоящих в браке длительное время,
будет возможность возродить былые чувства и внести в отношения нотку романтизма и страсти. Летнее время отлично подходит для путешествий, прогулок под луной и свиданий. Будьте открыты новым возможностям, выходите из зоны комфорта, прислушивайтесь к своей интуиции. Не забывайте о своих родственных связях, почаще навещайте своих родных и близких людей. Друзья смогут оказать поддержку при наступлении возможных кризисов. Прислушивайтесь к их советам, не отказывайте в помощи. В 2024 году могут возобновиться старые связи. Денежный гороскоп. Год обещает радовать змей в денежном плане. Трудолюбие и профессионализм помогут добиться повышения, вследствие чего доходы представителей вырастут. Связи, установившиеся в это время, станут полезными и выгодными для вас. Ожидается улучшение отношений с коллегами и руководством. При достижении своих целей используйте природную мудрость. Действуйте смело, но обдуманно и спокойно, не спеша. Это приведет вас к успеху. Также стоит доверять своей интуиции, она подскажет верное решение, которое нужно будет принимать в сложившихся обстоятельствах. Дракон благоволит тем людям, которые грамотно распоряжаются финансами, способны накапливать. Стремитесь к увеличению средств путем открытия источника пассивного дохода, например, инвестирования, но избегайте рискованных действий. Вкладывайте деньги только в проверенные проекты. В этом году крайне нежелательно поддаваться соблазну в виде азартных игр, импульсивных покупок, одалживания средств. Карьера. Восточный гороскоп на 2024 год предвещает змеям непростой период в сфере карьеры. Чтобы остаться на плаву, нужно будет постараться и приложить максимум усилий. Благодаря своему упорству, трудолюбию и профессионализму представители смогут сохранить свое место. Возможно, повышение по службе или кардинальные перемены в сфере вашей деятельности. Хороший период для развития творческих способностей. Если вы задумали начать какие-либо проекты в этом году, астрологи советуют не тянуть, а приступать к скорейшему их осуществлению. В большинстве случаев они окажутся прибыльными. Будьте решительны и амбициозны, не бросайте начатое при малейших трудностях, и вы увидите, как жизнь начнет наполняться новыми красками. Осень и начало зимы прекрасно подходят для визуализации, обдумывания и реализации желаемого, внедрения новых стратегий в ваше дело. Будьте осторожны и осмотрительны при установлении контактов, которые впоследствии могут помешать вашей карьере. Не стоит доверять и открываться малознакомым людям. Гороскоп здоровья. Астрологический гороскоп на 2024 год предсказывает змеям период повышенного иммунитета и крепкого здоровья. Серьезные неприятности обойдут вас стороной. Однако не стоит пренебрегать профилактическими мерами по сохранению жизненных сил. Не стоит перенапрягаться и отказываться от полноценного отдыха. В весенний период могут накатить моменты грусти, возможно, депрессивные состояния. Не переживайте, с наступлением лета это пройдет, ваше эмоциональное здоровье и настрой придут в норму. Чтобы улучшить свое самочувствие, старайтесь почаще встречаться с близкими людьми, желательно оптимистами, устраивать прогулки на свежем воздухе, заниматься любимым делом. Пейте побольше чистой воды, придерживайтесь правильного питания, регулярно делайте зарядку. Запишитесь на танцы, начните плавать в бассейне или займитесь незнакомым видом спорта. Новые ощущения подарят много положительных эмоций. Астрологический прогноз для лошади на 2024 год. Восточный гороскоп для лошади говорит об открывающихся карьерных перспективах, возможной смены сферы деятельности. Период будет насыщен переменами, ведь дракон любит все новое и яркое. Начнется год по китайскому календарю 10 февраля 2024 года и продлится до 28 января 2025 года. И ожидать знаку зодиака от него нужно следующего. Стихия, дерево, будет стимулировать духовный и физический рост. Уверенным в себе людям, стремящимся к успеху, она будет благоволить и всячески помогать в достижении целей. Зеленый цвет говорит о том,
что 2024 год будет насыщен обновлениями и изменениями. Но при этом они будут позитивными и принесут в жизнь гармонию. Огнедышащий ящер представляет собой опасное существо, гибкое и быстро приспосабливающееся к изменениям. Поэтому стоит приготовиться к трудностям и серьезным финансовым потерям в случае участия в сомнительных схемах и пирамидах. Мифическому существу не нравится рутина и обыденность. Ее в 2024 году точно не будет, вместо привычных будней, множество праздников и интересных событий. Причем в некоторые люди, лошади, будут вовлечены даже против собственной воли. В целом астрологи считают 2024 год благоприятным для любых видов начинаний, будь это отношения или свой бизнес. Небесные светила будут благоволить упорным в своем желании людям построить семью или добиться успеха на профессиональном поприще. Поощряет дракон и любые активные занятия, будь это танцы или подвижные игры. Прогноз для мужчины. Гороскоп для лошадей мужчин подготовил ряд рекомендаций. В такой период, насыщенный на события, необходимо больше отдыхать, сдерживать свои эмоции и стараться быть мягче с окружающими. В 2024 году сложнее всего будет даваться именно рутина, поэтому не нужно искать самостоятельно новые испытания. Если обуздать свои чувства и шаг за шагом двигаться к своей цели, осенью ожидает заслуженная награда. Звезды советуют: не торопить события, не суетиться, не браться за заведомо невыполнимые задачи, надеясь только на удачу. Сосредоточиться на развитии в профессиональной сфере. Научиться принимать решения спокойно и взвешенно даже в режиме аврала. Дракон обещает много сюрпризов в 2024 году. Высока вероятность получения новой должности и необходимости переезда в другой город. Если струсить и не согласиться, то хорошие возможности пройдут мимо. Также стоит ожидать изменения и на любовном фронте. Холостых мужчин ждут знакомства и романтические встречи. Но найти свою вторую половинку будет сложнее. Прогноз для женщины. Гороскоп для лошадей женщин не менее оптимистичный, чем у мужчин. Масса событий, интересных встреч и знакомств ждет их в 2024 году. Звезды советуют не стоять на месте и двигаться, даже когда кажется, что лучше остановиться. Дракон любит динамику и будет помогать настойчивым людям. Астрологи советуют женщинам больше путешествовать, посвятить время освоению новых знаний и навыков, заняться благоустройством жилья, наладить отношения с близкими, разрешить все конфликты, найти новое хобби, оно может превратиться в источник дохода. Астрологический гороскоп не гарантирует, что в 2024 году жизнь изменится на 90 градусов. Если не прикладывать усилия, не верить в себя и бояться пробовать новое, год может стать кризисным и полным разочарований. Особенно это касается любовной сферы, не стоит хвататься за старое, если оно себя изжило. Год обещает много новых знакомств и интересных встреч. Одиночество в случае расставания дамам точно не грозит. Любовный прогноз. 2024 год будет насыщен изменениями в личной жизни. Видимая стабильность может разрушиться в один миг, и на смену крепкому браку придет мимолетный служебный роман. Но зеленый цвет и дерево уравновешивает страстную натуру дракона, поэтому любые отношения для зодиакальных лошадей могут привести к браку. Небесные светила предостерегают от скоропалительных решений. С малознакомыми людьми не стоит соглашаться переезжать в другой город или страну, хотя предложение может показаться очень заманчивым. Следует дать себе время подумать, трезво оценить перспективы и свои силы. Даже если астрологический прогноз звезд положительный, в жизни все может сложиться иначе, если понадеяться на удачу. Браки, заключенные в год дракона, обещают быть крепкими и благополучными. Поэтому если пара долго встречалась и решила узаконить свои отношения, то 2024 год идеально для этого подходит. Не надо пугаться того, что он високосный. Этот негативный момент легко можно нейтрализовать монеткой, подложенной под пятку во время бракосочетания.
А вот за ним следует сразу год вдовы и год вдовца. В них регистрировать отношения не рекомендуется. Финансовый прогноз. Финансовый гороскоп на 2024 год обещает отсутствие проблем с деньгами у людей, родившихся в год лошади по восточному гороскопу. Но потребуется четко определить свои приоритеты, не вкладывать деньги в сомнительные схемы. Не нужно ждать легких денег или быстрых заработков. Дракон благоволит уверенным в себе людям, которые усиленно трудятся и постоянно развиваются. Звезды советуют в 2024 году смело уходить с нелюбимой работы и заняться тем, что лучше всего получается. Если потребуются дополнительные знания и навыки, стоит записаться на курсы. Все расходы будут инвестицией в себя и с лихвой окупятся в новом году. Карьера. Лошадь в 2024 году может рассчитывать на постоянный стабильный доход. Но лишь потому, что работодатель ценит трудолюбивость и упорность. Если хочется карьерного роста и развития, нужно будет приложить усилия. Некоторым потребуется все начинать с чистого листа, но не стоит бояться смены сферы деятельности. Все обновления в 2024 году ведут к благополучию. Осторожнее астрологи советуют быть в общении с коллегами, так как есть вероятность легко стать жертвой сплетен и интриг. Нужно контролировать свои эмоции и не реагировать на возможные провокации со стороны недоброжелателей. Упорность в своей работе и умение отстаивать свои границы со временем помогут завоевать авторитет. Здоровье. Люди, рожденные под знаком лошадь, одни из немногих, кто могут похвастаться крепким здоровьем. Но насыщенность периода событиями и чрезмерный стресс могут стать причиной набора лишнего веса и обострения хронических заболеваний. Летом подорвать иммунитет могут хронический недосып и конфликты. Не стоит игнорировать симптомы, нужно проходить специалистов. Внимательнее звезды рекомендуют быть людям, занятым на производстве, возможны травмы в результате халатности других сотрудников. Астрологический прогноз для Коз на 2024 год. Гороскоп для Козы на 2024 год благоприятный, несмотря на то, что Плутон войдет на территорию Водолея и принесет за собой многочисленные трансформации. Непредвиденные события могут стать причиной негативных эмоций. Но чтобы возвести что-то новое, необходимо разрушить старое. Этому будет способствовать наступающий час перемен. Астрологический гороскоп на 2024 год советует выделить себе время для размышлений, не принимать импульсивных решений. Научиться доверять своей интуиции. Проявлять мужество и сильную волю в стрессовых ситуациях. Научиться противостоять эмоциям, особенно негативным. Делать выбор после тщательного анализа. Не упускать возможности, которые будет давать госпожа удача на пути. Быстро принятые решения могут стать причиной серьезных проблем. Поэтому восточный гороскоп советует тщательно выбирать финансовые инструменты и не пользоваться сомнительными схемами. Год готовит массу испытаний, и к ним надо приготовиться. Сделать сбережения, избавиться от долгов и кредитов. Прогноз для мужчины. Гороскоп для Коз мужчин обещает благоприятный год. Но в профессиональной сфере ждет много подводных камней и трудностей. Поэтому на работе необходимо сделать основной упор. Звезды гарантируют зеленый свет разным проектам, поэтому следует оставить свой консерватизм в прошлом и научиться видеть новые возможности. Начало лета станет лучшим временем для открытия своего дела или смены работы. Мужчинам, родившимся в год Козы по восточному календарю, в начале года нужно наладить деловые связи. Поможет в этом личное обаяние, умение слушать и слышать окружающих. Такие контакты станут хорошим трамплином для продвижения по карьерной лестнице и увеличения дохода. Не стоит отказываться от подработок или даже смены работы. Но не только социальная жизнь окрасится яркими красками, изменения ждут и на любовном фронте. Дракон символизирует собой чувственность и эмоции, поэтому способствует романтическим знакомствам и новым отношениям. Даже закоренелые холостяки в этот период рискуют найти вторую половину.
Летом звезды рекомендуют больше общаться с друзьями и проводить время в их компании. Прогноз для женщины. Гороскоп на 2024 год для коз женщин не менее многообещающий. Масса позитивных изменений позволит полностью поменять свою жизнь. Но некоторые решения потребуют мужества и готовности решать сложные задачи. Например, при ухудшении обстановки на работе не надо ждать увольнения. Лучше начать искать запасные варианты заранее. Обязанности на новой должности могут сначала напугать, но смена профессии приведет к увеличению дохода. Одиноких женщин ждут многочисленные романтические свидания и новые знакомства. Год будет наполнен чувствами и эмоциями, но не стоит погружаться в них с головой. Звезды предупреждают, что поспешно принятые решения могут обернуться серьезными проблемами. Поэтому лучше все взвешивать и не спешить, даже когда любовь захлестнет с головой. Согласно китайскому календарю, станет отличным временем для путешествий. Не обязательно ехать за границу, чтобы хорошо провести время. Много интересного можно найти и в пределах страны. Мифическое существо поможет путникам в дороге и будет способствовать получению позитивных эмоций. Любовь и отношения. Год будет наполнен чувствами и положительными переменами в личной жизни. Несмотря на то, что он високосный, китайцы считают, что он идеально подходит для заключения брака. Все потому, что хозяин года, согласно преданиям, принесет в союз благополучие и богатство. Дракон зеленый и деревянный, а значит и отношения будут гармоничными и крепкими. Ждут позитивные изменения людей, которые давно находятся в отношениях. Согласно астрологическому прогнозу, в этот период высока вероятность получения предложения заключения брака. Но не стоит затягивать с церемонией, ведь за високосным следует год вдовы и год вдовца. Лучше не оставлять на потом жизненно важные решения. Круговорот кавалеров может вскружить голову даме-козе. Звезды советуют с осторожностью выбирать партнера и не доверять первым встречным, даже если они могут показаться надежными. В период влияния противоречивого мифического существа можно как сильно обжечься, так и найти настоящую любовь. Финансовый прогноз. Денежный поток в 2024 году существенно увеличится. Но деньги будут без труда приходить и легко спускаться на пустяки. Поэтому для улучшения своего положения потребуется посвятить время изучению финансовой грамотности. Это поможет правильно распределять средства и удачно их вкладывать. Звезды помогут приумножить деньги, если их не складывать под подушкой, а заставить работать. Дракон благоволит всем новичкам в бизнесе. Если хочется открыть свое дело, навсегда уйти из найма или превратить подработку в основное занятие, то 2024 год идеально для этого подходит. Удачными будут как новые проекты, так и проверенные временем схемы заработка. Энергии хватит в полной мере для реализации задуманного. Но излишняя доверчивость может стать причиной серьезных потерь. Мошенники активизируются в этот период и будут использовать изощренные способы обмана. Если есть сомнения относительно предложенного способа заработка, лучше предварительно проконсультироваться со специалистом. Карьера. Летом коз ждет мощный заряд мотивации для достижения поставленных целей. Приложенные усилия с лихвой окупятся и приведут к продвижению по карьерной лестнице. Но в определенный момент потребуется немного решительности для самопрезентации и проявления инициативы. Они будут оценены начальством по достоинству. Дракон принесет обновления, которые коснутся и профессиональной деятельности. Особенно это касается людей, которые давно работают на одном месте и чувствуют застой. В начале года будет остро ощущаться необходимость перемен. Консерватизм козы подскажет, что безопаснее ничего не менять и соглашаться на любые условия. Но такой подход приведет только к усугублению проблем. Лучше довериться своей интуиции и подыскать для себя более подходящее занятие. Здоровье. Дракон подарит много энергии и сил для реализации планов и задумок. Это может помочь в освоении новых знаний и навыков, занятий спортом и внедрении полезных привычек. Чтобы предотвратить обострение заболеваний
или хронических нарушений в организме. Звезды советуют пройти профилактические осмотры. Накопленные за годы стресс может дать о себе знать в виде болезней или хандры. Стоит позволить себе больше отдыха и отказаться от чрезмерных нагрузок на работе. Вместо изнурительных спортивных тренировок лучше выбрать сеанс йоги или массажа. Астрологический прогноз для обезьян на 2024 год. Восточный гороскоп для обезьяны на 2024 год составлен астрологами с учетом положения небесных тел на небосводе. Они предугадывают, каким будет следующий период. Во внимание принимается и характер хозяина дома, ведь он будет оказывать влияние на всех людей без исключения. Год – високосный, что тоже накладывает определенный отпечаток. Астрологический прогноз рекомендует приготовиться к следующему. К стремительному изменению мира, разрушению привычных устоев. Многочисленным событиям, которые захлестнут с головой. Большому количеству трудностей, задача которых будет заставить человека развиваться духовно и физически. Испытаниям и проверкам Вселенной на прочность. Конфликтам с близкими людьми, если они под влиянием огнедышащего ящера не смогут справиться с эмоциями. Деревянный дракон не умеет унывать, отличается гибкостью и способностью подстраиваться под обстоятельства. Поэтому независимо от них, все изменения в жизни будут вести к благополучию. Не благоволит мифическое существо пессимистам и людям, склонным к меланхолии. Им придется поменять свое мировоззрение в 2024 году или приготовиться к трудностям. Прогноз для мужчин. По гороскопу 2024 год для обезьян мужчин наполнен новыми знакомствами, многие из которых окажутся полезными для продвижения по карьерной лестнице. Но следует быть осторожными и не доверять деньги сомнительным личностям. Даже если человек предлагает проверенную схему, не стоит забывать об активировавшихся мошенниках в год дракона. Лучше выбрать надежные инвестиционные инструменты. Холостякам не грозит одиночество в 2024 году. Случайные встречи, знакомства в компании друзей и даже вновь объявившиеся бывшие станут причиной бурной личной жизни. Если в планах нет обзавестись семьей, то следует помнить о необходимости сохранения дистанции. Для желающих сделать предложение своей второй половинке, 2024 год – лучшее время. Подходящим этот период будет также для поездок. Деловые командировки пройдут успешно и помогут решить вопросы, увеличить финансовые потоки. Туристический отдых, независимо от того, в пределах страны или за границей, доставит много удовольствия и расширит кругозор. Прогноз для женщины. Гороскоп для обезьян-женщин сулит много путешествий. Большинство из них будет в пределах страны, но наполнены интересными событиями. 2024 год – подходящий период для саморазвития и освоения новых навыков и знаний. Если есть идеи или в планах был свой бизнес, самое время его реализовать. Дракон будет благоволить настойчивым и уверенным в себе людям. В любовной сфере у семейных женщин, родившихся в год обезьяны по китайскому календарю, все стабильно. Способствовать гармонии между супругами будет зеленый цвет хозяина года. Но в некоторые периоды благополучие может оказаться лишь иллюзией. Поэтому звезды напоминают о том, что над отношениями нужно всегда работать, а не полагаться на то, что все сложится само собой. Свободным дамам астрологический гороскоп обещает много новых встреч и интересных знакомств. Любовь в 2024 году. В любовной сфере будет сопутствовать удача. Обилие знакомств и интересных встреч не даст заскучать или почувствовать себя в одиночестве. Но такой круговорот людей вокруг таит в себе опасность. Кроме разочарований, возможны серьезные финансовые потери. Звезды предостерегают от общения с несерьезными и ветреными личностями. Они могут принести серьезные неприятности. Люди, родившиеся в год обезьяны по восточному календарю, отлично поладят с лошадью, кроликом, драконом и петухом. В 2024 году высока вероятность встретить свою истинную любовь.
но найти ее в череде разнообразных знакомств и увлечений может оказаться непростой задачей. Несмотря на суеверие о том, что 2024 год не подходит для свадьбы, потому что високосный, китайцы считают его идеальным временем для регистрации отношений. Все потому, что дракон одарит молодоженов богатством и удачей. Следом идут мрачные год вдовы и год вдовца. Если в планах было официально зарегистрировать отношения, то лучше это сделать в 2024 году. Денежный прогноз. Финансовый гороскоп для обезьяны на 2024 год оптимистичный. Серьезных проблем с деньгами не стоит ожидать людям, занимающимся физическим трудом. Но не весь год будет спокойным и беспроблемным, весной могут возникнуть определенные трудности. Стоит их расценивать не как испытание Вселенной, а лишь стимул двигаться в сторону увеличения дохода. Звезды советуют в 2024 году не отказываться от любых заработков, даже небольших. Мелкие подработки могут легко перерасти в основной источник дохода. Увлеченные личности, которые много времени и сил отдают любимому делу, сильно преуспеют. Им стоит задуматься о реализации себя в хобби. Если знаний и навыков не хватает, то 2024 год станет лучшим временем для прохождения обучения. Карьера. Работникам умственного труда звезды обещают много испытаний. Некоторым придется задуматься о сфере деятельности, что непременно приведет к финансовому благополучию. Огнедышащий ящер будет благоволить упорным людям, уверенно идущим к своей цели. Если работа не нравится и не приносит удовольствия, стоит присмотреть подходящие курсы или попробовать реализовать себя в хобби. Звезды предостерегают от участия в сомнительных затеях, обещающих большой доход при минимальных затратах времени. Таким способом добиться успеха не получится. Несмотря на то, что 2024 год для многих станет годом стремительного карьерного роста, он также может принести и разочарование. Много испытаний ждет руководителей. Коллектив не будет проявлять полной самоотдачи и потребуется решать возникающие проблемы, пробуя новые способы взаимодействия с людьми. Звезды рекомендуют обновить методики курирования работы различных отделов с учетом специфики года. Здоровье. Люди, родившиеся в год обезьяны по восточному гороскопу, одни из немногих, кто могут похвастаться крепким здоровьем. Они редко болеют, а обычные ОРВИ переносят легко и без осложнений. Но большое количество стресса в 2024 году может привести к затяжным недомоганиям. Даже молодым людям рекомендуется пройти профилактические обследования, чтобы исключить наличие хронических патологий, которые протекают без симптомов. Упадок сил стоит ожидать в конце лета. Энергии не хватит даже на выполнение рутинных дел, поэтому реализацию планов и задумок потребуется отложить до середины осени. В этот период важно сохранить покой в душе и не ругать себя за простой. После небольшого перерыва получится восстановить силы, вернуться к работе и в полной мере все наверстать. Астрологический прогноз для петуха на 2024 год. Гороскоп для петуха на 2024 год обещает немало испытаний, связанных с многочисленными переменами. Дракон с легкостью разрушит то, что строилось годами. Это станет причиной бури негативных эмоций. Но не нужно отчаиваться или впадать в уныние, изменения в этот период будут позитивными. Потеря работы обернется сменой деятельности и профессиональным ростом, переезд откроет много новых возможностей. Астрологический гороскоп на 2024 год рекомендует пройти курсы повышения квалификации или записаться на тренинги. Найти новое хобби или увлечение. Рассмотреть несколько вариантов подработок, которые могут перерасти в свое дело. Обсудить с начальством возможности карьерного роста. Пройти курсы финансовой грамотности. Основной проблемой людей этого знака по китайскому календарю в 2024 году будет неуверенность в своих силах. Если есть перспективные идеи, стоит их смело предлагать на работе, презентовать себя и выдвигать свою кандидатуру на интересующую должность, не ожидая,
пока начальство само заметит. Дракон будет благоволить настойчивым и целеустремленным людям. Прогноз для мужчины. Гороскоп петухам мужчинам советует сосредоточиться в 2024 году на собственном саморазвитии. Вложенные силы в работу или свое дело в первой половине года принесет хорошие плоды во второй. Но потребуют много внимания нерешенные вопросы в прошлом году. Поэтому долги лучше отдать до начала 2024 года, чтобы сосредоточиться на новых проектах в полной мере. Звезды советуют мужчинам-петухам быть терпеливее в 2024 году, не раскрывать всех своих планов и соблюдать баланс между работой и отдыхом. Не стоит торопить события. Идти к поставленным задачам нужно шаг за шагом. Высокая занятость может привести к конфликтам в семье, поэтому не следует забывать уделять и им внимание. Прогноз для женщины. Петухам-женщинам 2024 год обещает позитивные изменения в личной жизни. Наиболее удачливым периодом для поиска второй половины гороскоп считает начало лета. Много романтики и свободного времени позволит приятно провести время, но планируя серьезное отношение с партнером, лучше сначала поближе с ним познакомиться. В год дракона возможны неприятные сюрпризы. Обещает 2024 год женщинам и рост в профессиональной сфере. К концу года возможна смена работы или реализация в бизнесе. Огнедышащее существо будет благоволить творческим личностям, им можно задуматься о продвижении собственного бренда или перемещению на другой уровень. Любовный прогноз. В любовной сфере ожидается много позитивных изменений. Семейные люди ощутят со своими половинками внутреннюю связь и в 2024 году только укрепят отношения. Весной у них наступит второй медовый месяц. Бури страсти и чувств могут пойти на пользу или стать причиной конфликтов. Но серьезные опасности для пары они представлять не будут и союз не разрушат. Одиночек петухов по восточному календарю ждут интересные встречи. Причем высока вероятность знакомства со своей судьбой. Но стоит снизить ожидания от партнера, чтобы не разочароваться в первые месяцы. Дракон обострит чувства, поэтому в 2024 год все будут чрезмерно эмоциональными и остро реагировать даже на мелочи. Осенью ситуация стабилизируется, так как влияние мифического существа ослабнет. Денежный прогноз. 2024 год для петухов в финансовом плане будет неоднозначным. С одной стороны, звезды обещают рост доходов и успех в карьере. Но с другой возможны потери в результате необдуманных решений или нерациональных расходов. Не стоит делать рискованные вложения в сомнительные схемы, даже если их предлагают хорошие знакомые. Кроме потери денег, можно еще получить и разлад в отношениях с родственниками или друзьями. Причиной серьезных непредвиденных расходов могут стать давние нерешенные вопросы. Обезопасить себя можно, пересмотрев еще раз дела, выполнить все взятые на себя обязательства. Закрыть кредиты и отдать долги лучше еще до начала 2024 года. Начнет властвовать огнедышащий ящер только с 10 февраля. Мифическое существо может увеличить в несколько раз маленький доход от подработки. Поэтому не следует отказываться от любых возможностей заработка. Высока вероятность и монетизации своего хобби, но потребуется приложить для этого немало усилий. Карьера. Астрологический прогноз на 2024 год в плане карьеры для петухов позитивный. Их ожидает стремительный карьерный рост или развитие перспективного направления в бизнесе. Чего точно не будет в период влияния дракона, так это стабильности и однообразия. Если планируется смена работы, то не следует спешить с принятием решения. Сначала следует обсудить возможные варианты с начальством. Если перспектив повышения в компании нет или предложенные должности не позволят реализовать потенциал, можно смело двигаться дальше. Успех и достижения в карьере ожидает специалистов, которые в начале года вложатся в собственное самообразование. Это идеальный период для прохождения курсов, тренингов и семинаров, позволяющих освоить новые навыки и применять их в работе.
руководителей петухов это также касается. Вложенные силы для улучшения коммуникации с коллективом позволят быстрее достигать поставленных задач и двигать компанию вперед. Во второй половине года ожидается период неопределенности, который коснется всех. Даже если кажется, что работа стабильная и надежная, высока вероятность ее смены. Влияние огнедышащего существа будет спадать, но от этого он яростнее будет уничтожать все мешающее личному росту. Здоровье. В 2024 году из-за чрезмерных нагрузок возможно накопление физической усталости. Звезды рекомендуют петухам позаботиться о своем здоровье и выделять достаточно времени на полноценный отдых. Серьезными проблемами может обернуться дефицит сна, неправильное питание. Не заменят их спортивные занятия и походы к врачам. Обострятся хронические патологии могут в первой половине года. 2024 год – отличный период для искоренения вредных привычек. Мифическое существо поможет с легкостью избавиться от старой зависимости и внедрить полезные для здоровья навыки, например, утренние пробежки или просто зарядку. Лето – лучший период для этого. Не стоит бояться временных неудач, дайте себе время адаптироваться к изменениям в жизни. Это действие энергичного дракона, который даст нужный заряд на выполнение поставленных задач. Но иногда ощущение полной батареи будет обманчивым и приведет к перегрузкам. Поэтому о сне и полноценном отдыхе лучше не забывать. Астрологический прогноз для собаки на 2024 год. По китайскому календарю 2024 год пройдет под покровительством зеленого деревянного дракона. Это одно из самых могущественных мифических животных, поэтому и период обещает быть насыщенным и интересным. Собакам стоит приготовиться к большому количеству событий. Но зеленый цвет говорит о том, что они будут позитивными, принесут с собой гармонию и процветание. Чего ждать? Обновление во всех сферах жизни, так как дракон – это всегда изменения и перемены. Но дерево стабилизирует мифическое животное, поэтому все это приведет к гармонии и благополучию. Большое количество ярких событий и импульсивных решений. Увеличение жизненной силы для реализации планов. Разногласий на работе и конфликтов, за которыми могут прийти долгожданные обновления. Восточный гороскоп для собаки на 2024 год советует приготовиться к тому, что окружающие будут слишком эмоциональными и легко выходить на конфликт. Поэтому стоит помнить об особенности периода и не отвечать тем же. Лучше стараться решать возникающие вопросы без криков и обвинений. Что ждет мужчину в 2024 году? Гороскоп для собак-мужчин на 2024 год оптимистичный. Их ждут успехи на выбранном профессиональном пути. Умение концентрироваться на поставленной задаче позволит достигать поставленных целей. Звезды сулят карьерный рост тем, кто постарается приложить немного усилий, покажет себя начальству с лучшей стороны, раскроет весь свой потенциал. Но год будет наполнен и многочисленными авантюрами. Поэтому следует быть осторожными и не доверять сомнительным личностям, сулящим большие заработки за короткий срок. Схемы будут приобретать все более изощренный вид, так как это мифическое животное очень хитрое и изобретательное. Но успеха все эти авантюры не принесут ни организаторам, ни участникам. Мужчин-бизнесменов в 2024 году ждет весьма продуктивные 365 дней. Все ранее сделанные вложения с лихвой окупятся. Но не стоит делать резких движений и менять намеченный курс, также следует позаботиться об улучшении своей деловой репутации, так как это позволит привлечь больше клиентов. В конце года следует приготовиться работать без выходных, количество задач существенно увеличится. Гороскоп для женщины. Гороскоп для собак-женщин обещает в 2024 году много интересных событий. Причем в большинстве случаев приключения не потребуется искать самостоятельно, они будут ждать за каждым углом. Но следует быть осмотрительными и не доверять на слово малознакомым людям.
Во время покровительства дракона чрезмерно активизируются мошенники и будет легко попасть в руки злоумышленников. Звезды также советуют женщинам осторожнее обращаться с деньгами. Несмотря на рационализм, родившихся в год собаки по восточному гороскопу и умению доверять своей интуиции, в этот период они могут потерять крупные суммы по пустякам. Год отлично подойдет для освоения новых навыков и знаний, в том числе по правильному распределению бюджета. На любовном фронте все спокойно будет только у семейных людей. Год только укрепит отношения и позволит раскрыть супруга с новой стороны. А вот холостячек ждут романтические свидания и новые знакомства. Дракон может подарить настоящую страсть, и если правильно построить взаимоотношения, то они завершатся свадьбой. Прогноз на любовном фронте. Как уже было сказано, в период покровительства дракона личная жизнь будет очень бурной у свободных людей. Уже с начала года можно смело знакомиться и назначать романтические свидания. Высока вероятность найти свою вторую половинку. А вот ближе к осени страсти утихнут, и количество внимания со стороны противоположного пола существенно сократится. Это время надо посвятить себе и разобраться со своими чувствами. Начинать сразу новые любовные отношения звезды не советуют. Семейным людям можно сосредоточиться на укреплении связи. Причем, чем больше супруги живут вместе, тем стабильнее будет их союз в 2024 году. Дракон подарит много страсти, но так как он зеленый и деревянный, то чувства будут стабильными и гармоничными. Если пара находится на стадии развода, то астрологический прогноз говорит, что высока вероятность примирения. Финансовый прогноз. В финансовой сфере представителей самого верного знака китайского гороскопа ждет благополучие. Многие затеи будут с легкостью осуществляться, главное действовать решительно и не бояться неудач. Любые бизнес-проекты или даже подработки надо смело брать и пробовать, ведь даже небольшой ручеек денежных поступлений может превратиться в полноценный источник прибыли. 2024 год благоприятен и для смены деятельности. Если есть желание попробовать свои силы в другой сфере, то звезды помогут преодолеть трудности на первом этапе и легко влиться в новый поток. Но не стоит надеяться, что это получится само собой. Чтобы заработанные деньги не были потрачены зря, звезды советуют грамотно их инвестировать. В этом вопросе стоит доверять профессионалам и не делать переводы в сомнительные организации, обещающие баснословный доход уже через пару дней. Карьера в 2024 году. Астрологический гороскоп обещает собакам хорошее продвижение по карьерной лестнице в 2024 году. Построить хорошую карьеру помогут новые знакомства и налаженные деловые связи. Весна будет идеальным временем для смены профессиональной деятельности, перевода или начала своего дела. Сил хватит на задумки и проекты, главное тщательно планировать каждый шаг. Звезды также советуют задуматься о повышении квалификации, поиске новых перспектив, если на одном месте долго был застой и повышение начальства не обещает. Прохождение учебы или дополнительных курсов позволит претендовать на более высокую должность и повысить шансы на карьерный рост в год дракона. Здоровье. Зеленый дракон зарядит силой и дополнительной энергией, которую захочется направить в мирное русло. Это отличный период, чтобы заняться спортом и начать правильно питаться. Полезные привычки будут легко приставать, поэтому положительные изменения сохранятся и в будущем. При желании бросить курить или другую вредную привычку, лучше запланировать это на первую половину года. Хронические заболевания обострятся во второй половине года. Лучше не затягивать с дополнительной диагностикой и сразу обратиться к врачу. Не стоит пытаться заниматься самолечением, можно доверять терапию только специалистам. 2024 год отлично подходит для проведения хирургических вмешательств. Звезды благоволят, и все должно пройти успешно. Астрологический прогноз для свиньи на 2024 год. Восточный гороскоп для свиньи на 2024 год готовит много перемен. В период влияния огнедышащего ящера нельзя лениться,
как можно больше времени стоит уделять самообразованию, налаживанию социальных связей. Именно они помогут улучшить материальное благосостояние и разрешить накопившиеся финансовые проблемы. Звезды дают на 2024 год несколько советов. Не стоит замыкаться в себе и сидеть взаперти, новые знакомства принесут ощутимую пользу. Больше времени уделять освоению новых знаний и расширению кругозора. Использовать все выпадающие возможности, которые Вселенная будет предоставлять в изобилии. Ставить себе новые цели и двигаться к ним. 2024 год – отличное время, чтобы найти хобби или подработку. Новое занятие может стать основным доходом. В первой половине года жизненных сил будет достаточно для реализации любых планов. Но важно не обманываться таким зарядом бодрости и не перегружать себя большим количеством работы. Сохранение гармонии и внутреннего баланса нужно для эмоциональной устойчивости и предотвращения развития хронических болезней. Прогноз для мужчины. Для свиней мужчин гороскоп приготовил ряд испытаний, которые станут волшебными ключами, открывающими многие двери. Обострившиеся проблемы на работе станут поводом для поиска подработки или кардинальной смены деятельности. В результате такая активность существенно улучшит финансовое положение и позволит найти любимое дело или открыть собственный бизнес. Звезды предостерегают, что не все заманчивые предложения, поступающие от малознакомых людей, будут тем самым счастливым лотерейным билетом. Некоторые сомнительные схемы приведут к потерям как собственного времени, так и денег. Перед тем, как бросать работу и начинать заниматься новой сферой, стоит для начала получить минимальные знания и объективно оценить собственные силы. Лучше начинать развиваться в выбранном направлении малыми шагами. В личной жизни у мужчин будет череда интересных встреч. Притягательность со стороны противоположного пола не должна смущать. Тут имеет значение не только личная харизма, но и влияние дракона. Он будет усиливать романтические чувства и провоцировать на новые отношения. Прогноз для женщины. Для свиней женщин гороскоп будет полон непредсказуемых событий. Можно оставить планирование и четко выстроенные графики в стороне. В период покровительства огнедышащего существа они не пригодятся. Полная неопределенность в начале года может сбить с толку и даже напугать, но в результате все приведет к улучшению жизни. Не нужно искать подвоха, дракон будет одаривать безвозмездно. Свободное время лучше посвятить творчеству и хобби. Во второй половине года будет поставлен целый ряд рабочих задач, результатом которых окажется карьерный рост. Придется потрудиться и идти к поставленным целям. Звезды советуют наладить хорошие отношения с коллективом, это пригодится для продвижения. Возможны командировки или частые поездки для решения рабочих задач. В личной жизни год для женщин будет не менее насыщенным и интересным. Новые знакомства и встречи могут стать источником как страсти, так и разочарования. Стоит приготовиться к целой гамме чувств и эмоций и не привязываться быстро к партнеру. Для пар, которые долго были в отношениях, это особый период, так как высока вероятность предложения руки и сердца. Любовный прогноз. В любовной сфере астрологический прогноз обещает много позитивных изменений для холостых представителей знака. В год дракона нет места скуке и одиночеству. Люди, рожденные в год свиньи, всегда будут в центре внимания и регулярно получать приглашения на свидания. В начале весны высока вероятность появления серьезных отношений, которые приведут к браку. Серьезный накал страстей и эмоций может стать причиной разочарований и душевных страданий. От этой обратной стороны чувств спрятаться не получится. Но будет возможность быстро пережить потрясение. Звезды предупреждают семейные пары быть осторожнее. Год дракона чрезмерно насыщенный, и на близких просто не останется времени. Все это приведет к ссорам и конфликтам, и даже охлаждению чувств. Лучший период влияния огнедышащего существа использовать для укрепления отношений с партнером. В этом помогут небольшие сюрпризы и романтические ужины по праздникам. Денежный прогноз.
астрологический гороскоп позитивный для представителей знака и в денежной сфере. Внезапное богатство в 2024 году не обрушится, но финансовое положение станет более стабильным. Дополнительный доход может легко приумножиться и перерасти в основное, если вложить чуть больше времени и сил. Звезды также советуют сосредоточиться на поиске пассивного дохода. Если знаний в этой сфере недостаточно, лучше записаться на курсы финансовой грамотности. Первая половина года подходит для этого лучше всего. Осторожнее нужно быть с крупными тратами, некоторые из них могут стать причиной серьезных проблем. Покупку недвижимости или строительство лучше не планировать на весну и начало лета, более благоприятным периодом для таких целей станет осень. Перед реализацией планов лучше позаботиться о формировании финансовой подушки, чтобы крупная трата не отразилась на благосостоянии семьи. Карьера. В профессиональной сфере все может поменяться в течение года несколько раз. Под действием непостоянного дракона карьерный рост легко сменится увольнением или поиском более подходящего места для реализации. Непредсказуемость и шаткость положения не должны пугать, так как трудности будут временными и станут лишь еще одной возможностью реализовать весь свой потенциал. Внезапно будут появляться новые перспективные проекты, и не стоит упускать шанс попробовать себя в новом деле. В целом год будет благоприятным для реализации любых идей. Их можно смело предлагать руководству для самопрезентации себя и продвижения по карьерной лестнице. Или попробовать начать свой бизнес, монетизировать увлечения, вложиться в стартап. Главное – обходить стороной финансовые пирамиды. Здоровье. Несмотря на мощный внутренний подъем в начале года, здоровье может подвести. Возможно, обострение хронических болезней. На фоне сильных перегрузок организма будет ощущаться ухудшение самочувствия. Но даже в условиях дефицита времени стоит записаться к врачу и пройти обследование. Летом ситуация стабилизируется, и можно будет на время забыть о любых недомоганиях. Звезды советуют быть осторожнее с бытовыми и производственными травмами. Даже если они будут казаться незначительными, не стоит пренебрегать лечением, чтобы не допустить осложнений. Большой проблемой может обернуться даже несерьезный, легкий ушиб. При этом лучше обойтись без самодиагностики и самолечения, и тем более не применять сомнительные народные средства.